Это Грэц. Это Грэц Ревью. Алло, это школьный волшебный автобус. Какой нахуй? Какой уж волшебный школьный автобус? Это Грэц Ревью. А, простите, это Грэц Ревью. Извините. Великий обзор игра Срежник. Психологический инди-проект 2020. Алло, это волшебный школьный автобус. Вот так. Поехали. Да, друзья, игрушка вышла сегодня. Вот буквально прямо сейчас. Как говорится, с пылу жару. Обожаю что-то психологически мутное, непонятное. Not everything is as it seems. Тем более играть не во что, все пройдено. Симулятор драгдилера пройден. И теперь новый проект. Так. А, открывай, закрывай. Новый инди-проект. Джон, look at the newspaper. I think you missed something. Взгляни на газету. Не вопрос. Оу, yeah. Фокусировка. Can you see the accident? С нами происходят странные, непонятные, загадочные события. Лететь, колотить! Это еще не лететь, колотить. Упс. Он упал сам. Джон. 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 Подъем. Джон. The accident. Происшествие всегда происшествие. Вот, собственно говоря, друзья, и начало игрульки. Джон, Джон, ты меня слышишь? Сделай глубокий вдох. Ты ошеломлен. We need to try something different. Your mind is conflicting with your memories. Let's try smaller steps. I want you to think about where you were. Before the accident. Попробуй выполнить. What good, John? Ooh, yeah. Oh, oh. A key card, John. Вот это нам нужно. Which door does it open? Oh. Keep going, John. Отключай. Keep on moving. Какая великолепная графика. Will help you remember. Идут воспоминания. A bell? What does that mean? Дайте курсанчиков. Кофе. Я хочу кофе курсанов. Какого эго? Точнее, фига. Ты. Разрушая стены. Find a link to take you back, John. Идут воспоминания. Открывай. О. That's it, John. Remembering will open. Идут воспоминания Джона. I want you to submit to the memory. Don't be afraid to go deeper. And tell me your story. Дверь заперта. Фак. 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 Мы принимали свои таблетки. О, а здесь подходит. Но перед тем, как туда зайти, я оглянусь. Посмотрю еще кое-что. Так. Люблю такие вот оригинальные игрушки, инди, вообще не похожие ни на что. Ёптель! Они выходят внезапно. Закрыто, закрыто, зараза!
Но я еще вернусь сюда. Ты моя воспоминание. Нюха-сурюха. Акт первый. Собственно говоря, это был пролог. Ориентироваться. Внедрение памяти. Оказалось очень слаб. Пациент цепляется. За якорную точку. Происшествие, воспоминания, которые он может восстановить. Перевели его к дверям отеля. Доктор Ричард. Да, доктор Ричард нам рассказывает. Про нас, так сказать. Мы же пациент все-таки. Психбольницы. Ну, получается, что так-то. Так-то. Первый акт. Hotel. Собственно говоря, игрушка вот такая стилистика оригинальная, и вообще в таком стиле она будет проходить. А я буду проходить. Потому что ну не во что играть. Ну просто это какое-то безумие. Безумие страшное с этим вирусом. Игр нету, 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 нету. Что нас ждет дальше? Нас ждет игра про хищника на PS4. Ну зачем смысл ее покупать, если она будет кооператив? Кооператив. Не будет одиночки. Поэтому нет смысла. Поэтому ближайшая крутая игрушка будет только Сусима. Но она будет, к сожалению, только летом. Подождем. Я надеюсь, ее не перенесут. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал и играйте в разные игрушки. Ведь они иногда бывают все-таки полезны. Открывай. Кстати, да, лайк, дизлайк, подписка, монетка и адьос.